У христиан началась Светлая Седмица. Как испокон веков ее отмечали на Руси, сегодня узнали воспитанники Муромской православной гимназии. Интерактивную программу подготовили работники Дома народного творчества. Пасхальный стол должен быть украшен на славу, тогда и небеса возрадуются. Интерактивная программа «Сказ о красной свече и пасхальном куличе» была посвящена главным традициям христианского праздника. Это православные традиции, когда люди постились, говели, некоторые продукты не кушали. И продукты, когда уже наступал сам праздник, который можно было кушать. И именно даже из продуктов появились целые традиции украшения стола праздничного. То есть это и присутствие красной свечки, и пасхальной формы, и обязательно кулича, а также яиц. «Дорого яичко Христову дню», гласит русская пословица. Немало фантазий прикладывали наши предки в изготовление главного атрибута праздника. Например, это называли драпанки, от слова «драпать». То есть сначала яйца красили, потом острым предметом выцарапывали, и получался рисунок. Это яйца расписывали, поэтому они называются писанками. Эти без рисунка просто крашеные крашенки. А вот эти самые интересные – крапинку. Поэтому они назывались крапинки. Одно из основных праздничных развлечений – катание пасхальных яиц. Сегодня это опробовали воспитанники православной гимназии. Раз, два, три, кати! Суть игры сводилась к тому, чтобы скатить яйцо и ударить им другое из тех, что уже лежали внизу. Кому это удавалось, брал себе яйцо. Русский народ был богат на выдумку. Они на Пасху играли, и все эти игры были связаны с яйцами. Яйца крутили, вертели, катали по желобкам. Благодаря сотрудникам Дома народного творчества предания старины стали явью. Каждый ребенок открыл для себя что-то новое. Вербу нужно украсить, чтобы дома все было хорошо и чтобы никто не болел. Если вербу поставить около двери при входе, тогда в доме будет всегда благополучие. Существовало много техник для раскрашивания яиц, и за каждой из них стояла история разной народности. Всю Светлую Седмицу православные делятся радостью, ходят в гости, дарят подарки, крашеные яйца и угощаются куличами. А еще навещают одиноких и помогают больным. Елена Петрова, Александр Барсуков, новости Мурома.